года, приехал к нам из Польши, город Краков, за рулем Кшиштоф Каня. Стоит отметить, что после 40-х годов руководство Volkswagen пришло к выводу создания более престижного автомобиля, чем кабриолеты, которые строились по новой модели Nebula Karma. Поэтому в 1950 году последнего был поручен проект автомобиля на шасси Volkswagen Жук, но с оригинальным кузовом спортивного типа. Сам доктор Вильгельм Карман тайно привлек к работе итальянской ателье.